Больной кот после поликлиники. Вот я такой больной. Больной кот ожил. Ходит почти у самого потолка трехметрового. Вот как он туда залез? И что он будет делать? Ну и что, Кузя, дальше? Как-то тебя надо снимать на лестнице. Ага, прыгнул на холодильник. А дальше что? А дальше что? Ну, алле, гоп! И ухо вроде получше стало. Алле, ап, ну прыгай на стул. Алле, ап, боишься? Боишься? А зачем ты залез? Давно не залезал. Знакомьтесь, это Кузя. Кузе 12 лет. А он шалит, как маленький ребенок. Ну, давай. Давай. А, ты будешь тут жить, смотреть в окошечко. Смотреть в окошечко будешь, да? Ну-ну. Ну, тогда пока. Пока-пока. Пока не снимем тебя.